Почему гендерная политика европейских государств способствовала их социально-экономическому развитию? Ответы на этот и многие другие вопросы относительно равных прав и возможностей узнали женщины-депутаты из ряда объединенных территориальных общин области на учебном семинаре. Гендерные аспекты в работе органов местного самоуправления в рамках проекта «Продвижение участия женщин в политике и противодействие гендерным стереотипам» реализует благотворительный фонд «Едней за Майбутне». Тренер Тамара Огородова поделилась знаниями и практическим опытом внедрения политики равных прав и возможностей в мире, Украине и в Запорожской области, где созданы 15 межфракционных депутатских групп «Равные возможности». Для женщин-депутаток открытием стали перспективы, которые дает местным депутатам закон Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, в частности, назначение в Совете уполномоченного лица по гендерным вопросам, внесение в коллективные договоры положений о сочетании профессиональных и семейных обязанностей и прочее. За рубежом такие гендерные инициативы доказали свою эффективность.